Спасибо, Анастасия. Я хотел дальше продолжить, говоря о славе трудового поколения. В первую очередь, я, безусловно, обращаюсь к ветеранам, которые находятся у нас в первых рядах. Большое вам спасибо. Спасибо за прекрасную, красивую историю города Бирска. На первых рядах у нас сегодня здесь находится в зале династия. Это особая категория людей, которые на свои рабочие места, к своей профессии привели своих детей, своих родственников, вместе с которыми создали не только семейные отношения, но и трудовые отношения. Это особый случай, и я искренне вам признателен за это и благодарен. Вообще, давайте аплодисменты поблагодарим. Вообще, на Руси, на нашей матушке, особая категория относилась, всегда относились к человеку труда, с какой-то особым уважением. И он этого заслуживает. Заслуживает то, что, так сказать, город, который рос, создавался, три градообразующих предприятия. На этих предприятиях три профессий было достаточно много. Сегодня на сцену выйдут два представителя крупных предприятий, юбиляры. Это строительный трест, 60 лет отмечает, и Бирский электромеханический завод отмечает в этом году тоже свой юбилей. По сути дела, предприятия, которые построили город. А город, это же не предприятие, это же не само юридическое лицо, это люди, то есть это вы. Я искренне вам признателен за красоту города, за традиции города. Умные, емкие, насыщенные добротой и вниманием. Это традиция, которая зарождается всегда в трудовых коллективах. Искренне вам благодарен и хочу пожелать творчества, успехов, любви, уважения. Я благодарен нашим руководителям предприятий, которые всегда с уважением, с почтением на всех мероприятиях принимают участие наши ветераны. Большое спасибо за уважение к истории. С праздником вас. И жду. Мы возродили уже третий год подряд. В городе Бирске проходит демонстрация 1 мая. Я вас всех с удовольствием приглашаю. И я надеюсь, что мы с вами встретимся и пройдем по красивой улице, которая центральная улица города Бирска, по улице Ленина. И выйдем, так сказать, к нашему городскому парку, который в этот 1 числа 1 мая начинает свою работу. И вспомните свою молодость, свою танцевальную площадку, вальс под стол и прекрасные бирские вечера. С праздником вас! С наступающим 1 мая!